Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в совещании по вопросам ЖКХ, которое прошло в актовом зале администрации в рамках партийных проектов «Народный контроль» и «Школа грамотного потребителя». По словам депутата окружного совета депутатов от «Единой России» Ирины Грабарчук, на встрече обсуждались вопросы работы с мобильным приложением «Единой государственной информационной системы», обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области и жалобами, поступающими в систему.